Всем привет! Хочу рассказать, каким образом я себе сделал и нашел оптимальные груза для отгрузки на ноги. Вот такая вот у меня получилась конструкция. Это финальная моя конструкция. Я покажу, как я ее делал. Вот такие груза у меня. Вот такая плотненькая у меня резинка. Причем она у меня двойная идет. Обратите внимание. Двойная, она достаточно плотная. Я померил на... Сейчас плаваю в девятке, поэтому обязательно померил на толщину носка и костюма. Потому что и носок у меня девятка, и костюм. Пока у нас вода прохладная, где-то 5 градусов, поэтому плаваю в девятке. Будет чуть теплее, конечно же, переходим на пятерку, на семерку. Если же будет слишком, не сильно будет оттягивать и будет спадать, то, конечно, надо будет немножко укоротить. Ну, короче, кстати говоря, достаточно просто. Вот я просто взял, и тут обычно ниткой зашел. И все. Обрежу, укорочу, и все. И сколько? На 2-3 месяца, да ради бога. Взял я вот такой вот свинец. Свинец этот используется в оплетке кабеля со свинцовой оплеткой. Вот. Вот вы видите, это тут вес 243 там, с копеечками. Вот. Здесь я взял, обмотал его вот таким вот образом. Изолентой, вот обычной черной изолентой. Обмотал. Все. Купил в магазине вот такую вот эластичную резину. Причем я взял ее вдвое, как вы уже видели. Вдвое взял. И продел ее вот буквально вот сюда. Так она продевается. И потом вот так пришил. Все, вот такие три штучки у меня получились. То есть общий вес где-то 700 грамм. 700 с чем-то. 700 с копейками. То есть, в принципе, как раз для одной ноги, я считаю, что вообще супер. Мне очень нравится. Поэтому рекомендую. Все. Всем пока.